Всем привет! Вы на канале Ansfayu. И сегодня наше видео про Campanotus filach. Погнали! Campanotus filach, скорее всего, более желанный муравью новичков, который еще смотрит алексобойку и как он красит рабочих в разные цвета. Да, эти муравьи в принципе легкие для новичков, только главное выбрать нормальную ферму, научиться делать сироп и иметь какую-нибудь кормовую культуру. Идеально подойдут знахари. Сахарный сироп делается в пропорции 1 к 4, где 1 – это сахар, а 4 – это вода. Размеры у них достаточно большие. Матка достигает 2 см, а рабочий – около 1 см. Развитие в самом начале такое себе. Но вот потом, когда их будет рабочих 100-150, готовься формикарий. Зимовка им не нужна, что делает их еще более легкими. Формикарий подходит деревянный, гипсовый и акрилово-гипсовый. Кстати, если вы берете их и надеетесь на крутую охоту, то хочу вас огорчить. Они больше сидят в ходах и используют солдат в роли бочки. Цена около 150 белорусских рублей. Эту колонию я, к сожалению, обмениваю на более интересный и желанный мне вид, поэтому не расстраивайтесь. На этом у нас все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не покупайте гелевые фермы. Пока!